Всем привет! Меня зовут Анна, и хочу показать процесс, который я начала новый, вяжу. Вяжу я хейвард на небольшой размер, размер 44-46, ну, то есть, естественно, не на себя. И провязала я, как и положено в хейвардах, рулик такой, да, вот по горловинке. Это вот у меня спинка как раз, вывязала я росток. Росток такой у меня не маленький. То есть вот у меня по переду, да, буквально тут фиолетовых ниток мало. А по спинке вот у меня вывязала я где-то 10 рядков, 15, 16 рядков. Дальше провязала регланные линии удлиненные, отделила рукава. И вот после отделения рукавчиков, вот я уже сколько провязала, довяжу сначала вниз, потом начну рукава. Вот, пряжи, в принципе, хватило бы. Я предлагала даже подлиннее сделать, как туника или платье хейвард, но не хотят. В общем, свяжу просто обычный хейвард, обычной нормальной длины. Не знаю, от подреза вот провяжу, наверное, тут у меня уже сантиметров 20-то есть, если даже не больше. Провяжу сантиметров 28-30, наверное, буду закрывать. И затем уже рукава. Пряжа это Ернард Нордик. Мотки такие были большие, по 150 грамм. По-моему, 510 метров моток. Ну, нить такая, она не тоненькая. То есть я вяжу на спицах номер 4. И очень даже так нормально на четверке. То есть меньше спицы не надо. И вот уже сколько я провязала. Тут вот вечерами понемножку вяжу. Вяжется довольно-таки быстро. В принципе, можно все тут этот хейвард на такой небольшой размер. Это, в принципе, 2-3 дня. Но как-то я все еще не могу никак поправиться до конца. Вроде бы уже немножко и получше было. Но на работе у нас очень холодно. С работы придешь, вечно начинает то температура, то чего-то непонятное. Сегодня тоже как-то весь день очень плохо. Нос и горло не проходят. Не знаю, уже и капли поменяла, и все, и что-то мне никак. 3 вечера подряд капала каланхоя этот, листья выдавливала. Прочихаюсь, вроде бы так ничего, хоть ночь нормально сплю. Ну ладно, поправлюсь. И еще у меня тут какие планы. У меня еще есть 2 вещи на распуск. Что-то у меня в этом году прям, не знаю, много всего. Распускать я буду. Год назад я вязала сыну. Сейчас покажу. Он у меня здесь рядышком. Я уже приготовила его. Вот такой вот джемпер из Ернард Джинс. Кто смотрит канал мой, видели. В общем, он с него вырос. И я им предложила надвязать. В принципе, Ернард джинс-то в любом магазине можно купить пряжу, но он сказал, не хочет. В общем, он говорит, мне что-нибудь новое. И еще у меня есть, почти 2 года назад вязала, тоже есть на канале мужская кофта на молнии. Но она уже была ему и весной коротковата. А сейчас вообще он вымахал с нее. Но у меня и пряжи уже нету. Там была пехорка школьная. Пряжи у меня такой вообще не осталось. Я тогда остатки, что были, я их пустила, вязала в прошлом году джемпер из остатков пряжи. И, в общем, у меня нитки пошли туда. Поэтому там надвязывать... Ну, в принципе, можно тоже было бы найти или похоже, или что-то. Но он тоже сказал, не надо, он уже все, в общем, потаскал. И ту кофту, и этот джемпер, и уже ему не надо это все. Ну, вот этот Ернард Джинс, я хочу, с Ернард Джинс джемпер я хочу распустить, посмотреть, как там нитки будут после, потому что носил-то он его так хорошо и активно. И если они там более-менее еще нитки, то у меня там еще всякие есть остатки Ернард Джинс. Я, наверное, себе хейвард свяжу. Вот. Из серых пока, не знаю, не думала. Там тоже, если после распуска нитки более-менее, уже буду смотреть, что там перевязать. Вот носки мне лень вязать. Не вяжу я носки. А то бы, в принципе, это
можно было бы там на носки куда-то. Ну, в общем, посмотрю, что буду перевязывать. На улице у нас как-то так прохладно. Вчера немножко так солнышко то выглянет, то спрячется. До этого дожди. А сегодня на ночь, не знаю, вот смс-ка была, что сегодня ночью будет мороз опять. Не знаю, как там. В общем, погода не айс. Теперь только сиди, вяжи. Наступили холода, но пока самочувствие еще не очень. В общем, будем вязать дальше. И у меня сейчас исполняется каналу на Ютубе 2 года. Я его где-то 20 сентября, по-моему, или 18-го зарегистрировала. А первое видео, по-моему, где-то числа 22 сентября я и выложила. На Дзене каналу 1,5 года. И хочу поблагодарить всех, кто смотрит мои видео, кому это полезно. Мои изделия, кто вяжет по моим видео. И уже сейчас точно не скажу, на Ютубе там, по-моему, 4500 с лишним человек, на Дзене 2700 или 800 чем-то, вот не помню. Ну, в общем, вот такие вот маленькие праздничные даты у моих каналов. Ну, на Рутубе тоже 1,5 года, но Рутуб, я не знаю, я туда уже вот последние свои видео, изделия 3-4 даже не выкладывала. Не грузит и все тут, я не знаю, что там этот Рутуб. Начинаю, пытаюсь загрузить, в итоге потом пишет он мне через почту, что видео не загрузилось, и, в общем, не знаю, даже, может быть, уже не стоит туда и пытаться что-то. Посмотрю. Ну и, в принципе, на этом все. Хоть понемножку, потихонечку, но вяжется просто быстро вот этот вот Hayward. И процесс поэтому все-таки продвигается, хоть и мало времени ему уделяю. Видео снимаю подробное все, как я вязала росток, сколько, по петлям все. В общем, итоговые размеры все я потом скажу по сантиметрам. По петлям я уже видео сняла, там говорила. Сколько на подрез наберу, тоже все это сниму. Ну и, в принципе, на этом все. Все, кто меня смотрит, всем спасибо. Пока-пока.